Всем привет! Сегодня мы находимся на агровыставке «Агро-2018», и мы сегодня увидим, какие новые новинки для аграриев предлагают поставщики. Мы подробнее остановимся и пообщаемся с некоторыми интересными новинками. Так что смотрите до конца, сделаем обзор данной выставки. Поехали! Итак, мы сегодня посетили выставку. Что хочу сказать, первое впечатление. Очень масштабная выставка, очень много разнообразного товара, много техники, много поставщиков. И что самое главное, много посетителей, аграриев. У каждого есть такая нашивка, которая и такой бэджик, который говорит, что он представитель предприятия. И таких бэджиков у каждого. Это очень масштабная выставка, где можно найти товар на любой вкус. За огромное спасибо организаторам такой выставки, потому что таких выставок очень мало. И мы по своей деятельности нашли несколько партнеров. Я думаю, здесь каждый нашел то, что ему нужно. Взял рекламный материал. Я думаю, после выставки пойдут продажи, пойдут звонки, встречи и так дальше. Это хороший старт и хорошая выставка. Мы будем почаще посещать такие выставки, снимать о них обзоры, снимать о них материал, общаться с поставщиками данного оборудования, не только нашего, а и другого, спрашивать, задавать им вопросы и делать свои обзоры. Пока!